Йохоюшки, ребята, с вами Витак Эдгар, и добро пожаловать обратно на канал Алексон. Ну чё, третий раунд, погнали. Как видите, две галочки уже есть. Пора и забрать третью. Напоследок всегда должен быть какой-нибудь топ. Это у нас Икарус. Надеюсь, он не переедет меня на автобусе. Так, блудный рыцарь и Витак Эдгар, это я. Кстати, он по иконке уже видно, что у него есть этот Дариван. Так, чё, второй карбонит. Вот из джедаев с переговорщиком. Под странное место арены. Давайте по складу посмотрим сразу, что есть. Склад на 6 лямов. Угу. Ну, у него даже ГС есть, охренеть. Есть, короче, ГС. Риваны, Малаки, Кеноби, генерал. Йода 8-го релика. Падло, что-то вампа есть. Офицер повстанцев с омикроном. Но легенд нету. Не знаю, почему так происходит. В последнее время попадается много противников с таким большим ГМом, но почему-то нет легенд. Качает все, кроме легенд. Ну чё, ГМ в два раза выше, ему спокойно хватит, чтобы меня вынести. Надеюсь, это просто очередной бот. Давайте смотреть. Так, понятно, стол зачищен. Зачищен на 838. Так. Здесь с первого раза. Ну хотя 838 там, скорее всего, везде. С первого захода зашел он. Нормально, да? Тоже одно сражение. Ну чё, поторопился, я сказал, чтобы меня не переехал автобус. Короче, все. Походу, третий раунд слит. Так, ну давайте посмотрим, что. Темный Риван, светлый Риван. Прям как стражники. Так, здесь они в дефе стоят. Седьмой релик. Что седьмой? Достаточно жесткий деф. Не знаю даже, кого на них пустить. Кто у меня там есть? Кто их заберет? Здесь светлый Риван. С Йодой, но его можно попробовать забрать. Опять же, он под бастилой. Его можно попробовать забрать темным. Насколько я помню, темный забирает. Давайте сразу попробуем. Если получится, то заценим, что там. Что там у него позади стоит. Ну, надеюсь, блин, скорости не посмотрел. Но скорости, судя по всему, у него большие. Раз. У него Йода в восьмом релике. Так, ладно. Меточку смерти. Так, ну не хочу сглазить, но вроде бы пока нормально. Ну, тоже мощно бьют, зараза. Ух ты. Давай. Так. И так. И тебя добиваем. 66 стягов. Он, скорее всего, он отыграл лучше, учитывая его склад, каким-нибудь гэсом. Но, тем не менее, не сдаемся. Идем вперед. Так, а здесь у нас Гривус. Вот вампа-то у меня нету, чтобы этих дроидов забрать. Ну чё? Зетки в реликах. Этих можно попробовать забрать имперцами, да? А те в первом порядке. Дриваны тяжело, конечно, будут забрать первым порядком. Если там еще Малак. Или может быть бабкой попробовать. Хотя бабка, наверное, заберет тех. А из этих у меня кто сильный-то? Кто сильный? Имперцами. Или все-таки вот так вот сделать. Но опять же, танка нету. Сильнее паков уже вряд ли найдется. Другой пак у меня, если с имперцами, это Палпатин, Вейдер. И вот этот Сидх, скорее всего. Вот тоже там на контроль рассчитывать. И они немножко послабее. Ну давайте попробуем. Авось повезет.
Опять же, мало, блин. Релики слишком большие у них. Опа, страх. Скидываем броню. Ой, какая у них большая скорость. Это просто жесть. Даже ничего сделать не успеваешь. Понятно. Давай, напоследок жахнем. Ну, что сказать? Нахуй было так делать? Да. Попробую тогда. Бабкой может забрать их. Сейчас попробуем. Здесь еще заберем часть стола. Здесь попроще. Здесь, я думаю, имперцы справятся. Так, так, так. Ну, надеюсь, что справятся. А тех будем пытаться закрыть бабкой. Блин, нифига себе, тип на 6 лямов в карбоните, который еще и играет. Это что-то новенькое. Так. Так. Сало. Сало. Так, давай на тебя еще сало дадим. Но на тебя сало не работает. Ладно, снимаем про. А, нет, чуть не снимается. Ну, давай станем. Ну, хотя бы застанем. Так, давайте лидера убьем сразу. Чтобы лидерка не работала. Какой-то способ. Интересно. Автоматическая провокация. Ах ты, тварь, сейчас отхилится. Так, ладно, давай. Пока тыкаем тебя. Пока есть возможность. Так, ладно, делаем вот так вот. Делаем вот так вот. Мощный зараза дроид. С ты провокацией. Но тем не менее, Гривус уже почти отхилился. А, вот кто делает эту херню. С автоматом. Так. Так. Чё? Так. И вот так. Получится. Не, не получается. Давай, забирай. Тебя еще раз бьем. Так, нам стам нужен еще раз. Ну, хотя бы так. Да блин, не в мою сторону стан, в другую. Ладно. Будем тебя вручную тыкать тогда. Да какая же ты противная тварь, а? Все просто у меня поизничтожил. Слушайте, если так и пойдет, то Вейдеру кирдык может прийти. Давай. Дохни. Наконец-то. Ну все, тебя, я думаю, затыкать сильно проблем не составит. Даже? Так. А, ну да, время главное. Главное, чтобы времени хватило. Но пока вроде хватает. Те 4 стяга. Ну, дело понятно, что я уже как бы не затащу. Потому что он отыграл чисто с первого раза все. Сдается мне, что отыграл он ГСом. Так. Ну и давайте думать, что здесь делать. Малак Древан. Кто у меня остался? У меня осталась бабка из сильных. Давайте попробуем ей. Может, что-нибудь да получится. Хотя, опять же, по скорости. Хоть здесь есть танк, но мне кажется, он сразу отлетит. По скоростям не совсем гладко все проходит. Так, ну за ништяк еще и КД по способности. Метка смерти. Это однозначно пиздец, да? Да. Именно так. Угу, спасибо. Так, а чё у меня? Омикрон же есть, а чё она? Способ она, КД. Ну, короче, тоже. Не особо помогло. Кто вас может забрать? А забрать вас может тот, кто контрит. А таких у меня нет. Угу. Ну, светлый ремонт вообще обосрется. Кто вас может законтрить?
Может быть. Может быть, вот так вот. Или лучше Йоду взять. Или Йоду возьмем лучше с Реваном Светлым. Давайте попробуем так. Да, у них же модули у меня, по-моему, даже какие-то на 5 скорости в допах. Где-то там 3, где-то 5, где-то 9. Вообще минимальные. Оба. Ладно, давай сразу жохаем. Не помогло. К сожалению, они не сдохли. А я очень на это рассчитывал. На тебе, на 9 косарей. Ладно. Тоже не работает. Ну давайте еще ради интереса чуть потестим. Какие-нибудь паки. Что там у меня еще есть? У меня есть светлый Риван. Есть Йодыч. И Бастила. Давайте попробуем так. Хотя какого хера? Кем бы ни пробовал, все равно первые ходят они. А если первые ходят они, то ты автоматом сразу всасываешь. Так, это что у нас? Снимает все отрицательные эффекты союзного джедая. Давай вот так сделаем. Снял, короче, и отлетел. О, цирк просто. Шепито. Окей. Сейчас что-нибудь найдем. Кто все-таки сможет вынести. Так. Ну давай, так, так. И танк. Однозначно победная пачка. Попробуем ее. Сразу получаем кулаком в печень. Ну и потом все. Два раза чиркнули кортиком. Так, что он делает? Это вот это. Давай. Угу. Тот даже стрелять не захотел. Ну все, короче. На этом мои полномочия. Все. Третий раунд, к сожалению, не зашел. Ну, на самом деле, не стрёмно. Как бы здесь два раза выше ГМ. И он как бы вроде играет нормально. В общем, в итоге 416-838. Скорее всего, ну, место третье, может, дадут. Потому что две галочки есть. И один крестик. Не знаю. По результатам посмотрим. Вот. Ну, а вам спасибо, что досмотрели до конца. С вами, как обычно, был Дак Радгар. И увидимся в следующем видео. Пока.